Жуткая авария в центре города. Маршрутка протаранила легковушку. Водитель десятки грубо нарушил правила дорожного движения и поставил под удар свою пассажирку. Женщина на переднем сиденье скончалась. Подробнее в репортаже. Перекресток улиц Ленина и Энгельса. Это съемка с камеры видеонаблюдения. Вот ВАЗ 10-й модели с крайней левой полосы резко поворачивает направо. А тут вторым рядом мчится маршрутка. Шансов уйти от столкновения нет. Удар пришелся на пассажирское сиденье легковушки. Женщина скончалась на месте. Оказалось, она торопилась в Юургу и попросила таксиста срочно доставить ее до пункта назначения. А на перекрестке потребовала резко повернуть вправо. И вот результат ее настойчивости. Это увозят водителя десятки. Таксист получил серьезную травму и был госпитализирован. А водитель 54-й маршрутки до сих пор в шоке. Благо, среди пассажиров никто не погиб. У пассажиров, конечно, испуг. Женщина одна пострадала, вызвали скорую помощь, все. Девочка тоже ударилась головой об зеркало. Я ей говорю, подожди скорую. Она говорит, нет, я тороплюсь на учебу. Все. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автомашины ВАЗ-21010, получила смертельную травму. Водитель, пассажирка. Крупная автокатастрофа на выезде у поста ДПС в районе ЧМЗ. Тойота лоб в лоб сошлась с копейкой. В этих «Жигулях» водитель вез 4 детей. Причем в машине не было ни одного автокресла. На скользкой трассе водитель потерял управление и копейку занесло. В результате столкновения 3 пострадавших, 3 ребенка, 12 и 9 лет. При лобовом столкновении больше всего пострадал мальчик, находившийся на переднем сидении. У ребенка травма головы и подозрение на сотрясение мозга. А вот и виновник аварии. Водитель оправдывается. Говорит, дорога была скользкой. 3 детей доставили в городскую больницу. 4-й малыш и оба водителя получили лишь небольшие ушибы и ссадины.